Итак, ребят, значит, у меня сейчас пустой Space Max. Откройте файл настроек. Кто забыл, давайте я с вами это сделаю. Во-первых, если у вас здесь отображается исключение, что со шрифтом Pro проблемы, то вот что сделаем. Нажимаем сейчас пробел, помните, да, как найти файл настроек? FED, пробел FED, файл edit.file. Мы это с вами уже проходили. Наберите пробел SS, поиск по файлу, и наберите PRO, это шрифт будет как раз, просто выйдем, коды PRO, у меня вот 12. Дальше. Наберите в интернет Space Mask GitHub, это то, та страница, откуда мы устанавливали. Там промотаете вниз и посмотрите. Пункт 5. Можно скачать свой шрифт, то есть их шрифт. И дальше через терминал обновить кэш. Для этого надо создать папку, директорию Fonts, либо забросить в основной Fonts в Linux, либо в домашней директории папку Fonts и потом обновить. Вообще наберите потом в интернет лучшие шрифты для Emacs или Space Max и потом скачаете. Есть определенный хак там и так далее. Около 20 есть классных. Ну, в общем, как кого устраивает. Это сказали. Теперь пару настроек все-таки мы изменим. Нажимаем Ctrl-SS, и тот, кто любит, чтобы файл открывался при следующем открытии, значит, Space Max с того же места, набираем auto resum. И вот слой. Обратите внимание, мы лиспом немножко чуть попозже займемся, но сейчас буду по ходу объяснять. Nil — это то же самое, что false в современных языках. Здесь будет nil — это false, а t — это true. Иными словами, что вам надо сделать? Кстати, есть назад-вперед, чтобы не долго двигать клавиши. Можно средствами Vim 0 нажал, и он это слева. Значит, Z, то есть доллар, конец строки. Если это две клавиши в лом нажимать, то 0 удобно. Есть еще на клавиатуре, и особенно на мобильных удобно, есть клавиши Home, End. Нажимаем конец, Home начало, да, все отлично. End. Значит, мы можем установить, сейчас как будем заниматься настройками, установим его сюда. Значит, по одному символу удаляем XXX, нажимаем I, Resume Insert сейчас будет, и ставим T. T, то есть true включить. Не забываем прописать для себя, да? Забудете? Точно забудете. Дальше пишем. Настройка. Теперь, ребят, смотрите, еще один момент. Все надо записывать в файл. То, что вы думаете, что я запомню или там пометили, это ерунда. Нажимаем Escape, нажимаем Shift и буквочку V вводим. Последнюю будет запоминать. Средства Vim сохраняем. То, что мы с вами делали, да? То есть на том уроке нажимаем Ctrl FF файл. Вот я его сохранял, который сейчас тоже вам выложу, в описании будет видео, я его буду сохранять. Я тут пути поменяю потом, но это не важно, вы свое. Bob, Space Max, Bookmark. Значит, сейчас у меня, вот странно, оно отображается вообще-то, ну, без настроек не должно отображаться, может не отображаться, потому что я не знаю, я не смотрел, орг у нас раскомментирован или нет. Поэтому,
Сейчас вниз промотаем. Так. Ставим звездочку. Настройки, которые мы изменили на. И сюда потом сразу вписываете. Иными словами, можно делать так, не спеша, как раз потренируете, значит, пробел, то есть escape выйдем, пробел BB, потом что мы пошли? Нам надо Space Max. Ой, сколько буферов открыто. Где наш буфер-то? Вижу. Они потом запомнятся, когда мы настроим автозавершение, да, мы будем настраивать. И уже те, которые использовались, они будут первыми всегда. Пока я нашел, пока не настроено ничего. Значит, перехожу. Стоп, я ж не туда перешел. Стоп. Ctrl-G, если что-то не так. Сейчас, секунду. И сейчас я что-то не то. Ctrl-X0. Ctrl-X0, тогда вообще закрываем окно. Так, сейчас я назад вернусь. Значит, чтобы потренироваться, Ctrl-B-B, Space Max перешли. Вот наша строка, она куда-то делась. Значит, опять набираем SS. Это просто я сбрасывал. И вводим. Потренируйтесь. Это очень полезно, чтобы потом все это быстро получалось. Все, значит, Home, да, UU. Теперь Ctrl-BB. Значит, Guide. Низ файла G большое. Ну, мы уже вставили это, я уже вставил. Следующее, что мы поменяем. Опять переходим назад, Ctrl-BB, то есть пробел BB. Опять переходим в Space Max. И второе, что мы поменяем. Следующий момент, который можете включить, я мало им пользуюсь. Ну, сейчас, наверное, точно разберусь, что это такое, но включаю все время. Значит, нажимаем Ctrl-SS и далее, в любом случае, оно, набираем пасты, вот он. Иными словами, здесь написано, при копировании вставки должно быть повторение, да, почитаете где-то в интернет. Оно нам в любом случае не помешает. Включение переходного состояния. Значит, здесь вообще везде есть переходные состояния. Будем разбираться. Это когда ты нажимаешь две клавиши, например, да, то есть включаешь, а потом при помощи единственной буквы управляешь, пока не выйдешь, там разными функциями в разных режимах. Так, это мы удаляем и ставим буквочку Т. Так. Shift двоеточие V, буквочку Enter, запомнили. Значит, сразу что мы делаем? Первую строку скопировали. Дальше открываем наш буфер. Гайд вниз. Большое G. О, чтобы к соседующей строке, и буквочку П вставили, да, там уже что подредактировали, Home, и подредактировали, как вам надо. Можно ставить вот так, допустим,
плющик. Плющик. Сохранили. Опять пробел. ББ. Поехали дальше. Здесь что делаем? Да, еще кое-что не сделали. Нажимаем. Ладно, пошли треть, а потом опишем. Так, секундочку. Пока я разбирался. Значит, что я хотел сделать? Сразу обязательно пишем комментарии. Значит, не, это нам не надо. Сделаем так. Здесь переходное состояние нам просто надо скопировать. Сразу здесь ставим себе что пометку. Значит, ставим пометку. Потом оно отобразится, пока не отобразится тода, да? Мы орг еще не установили, чтобы разобраться. Следующее, что мы сделаем, опять переходим к нашему... Так, Ctrl-B, B, Space Max. Smart Parents. В общем, круглые скобки для режима программирования сразу включим. Ctrl-S, S-S. Так, Street. Так, где-то здесь будет, вот он. Отлично. Default New. Переходим в конец и нажимаем, и можем так, могли при помощи икса стереть, ставим буквочку Т, Enter, сохраняем в начало строки, копируем, Ctrl, BB, Guide, низ, Shift G большое. Вставляем P. Есть. Потом будем разукрашивать. Так. Сохранили, Ctrl, BB, Space Max. Дальше поехали. Чтобы все это дело увереннее работало и быстрее, нам надо включить Emacs и Max сервер. Пробел, то есть не Ctrl, SS. Enable сервер. Конец. При помощи X удаляем и T, Escape. Сохранили на начало. Ой, на начало. Скопировали двою. Пробел BB. Guide. Низ гайда. Внесли P.
Сохранили. Я вас попрошу, делайте так, потому что как только перестанете контролировать себя и побежите, да, потом позабываете, потом будете по-новому рыться. То есть сделали и делаем, да, разукрасите вы себе там как хотите красиво, но мы настроим, когда уже полностью орг-режим, да. Не ленитесь. Лучше пусть будет чуть медленнее, но зато это будет настроено толково. И не надо будет возвращаться, а надо будет посмотреть. И кстати, когда у вас какие-то настройки, вы всегда гляните. Файл настроек долго искать. Вы здесь себе потом по рубрикам сделаете и будете понимать. Так, у меня эта настройка там, это там. Со временем все придет. Еще одну настройку сделаем. Вы будете, возможно, много чего менять вообще. Но я... такое самое необходимое даю, а там вы будете постоянно что-то обновлять. Значит, опять переходим, Ctrl SS, ой, Ctrl BB, Space Max, набираем Ctrl SS поиск и находим формат. Формат, ищем title формат. Нам надо, чтобы, видите, сейчас emacsbov отображается, а нам надо, чтобы было имя файла. Так, стоп. Это икон. А, пусть будет. Икон, title, формат. Пусть будет. Давайте попробуем. Так, но нам надо немножко другая настройка. Ну, значит, это надо обязательно проверить, что это, как оно будет работать. Я еще не настраивал. Значит, для начала копируем. Нажали пробел. BB, перешли гайд, перешли shift, большое G вниз гайда, вставили. Пишем. Посмотрим, это мы проверим потом. Shift. Двоеточие, сохранили, опять назад, пошли к той настройке, которую хотели, биби, и находим frame title, вот так правильно, Ctrl SS, frame title, вот оно. Значит, нам надо, чтобы отображался конкретный то, что у нас открыто. Переставляем после процента на вторую букву, при помощи X. Удаляем 2, 3, 4. Сразу ставим, нажимаем I. Внизу появился Insert. И ставим буквочку A. Что значит, будет отображать текущий файл. Запоминаем. Значит, на начало копируем UU, нажали пробел, дальше BB, гайд, вниз гайда, вставили. Отображать. Открытый файл заголовки. Вышли, сохранили. Закрываем Emacs. Открываем Emacs. Что-то не то. Красное промелькнуло. Ищем исключение. Нажимаем, можем нажать. Давайте откроем все буфера. Message.
Смотрим. Доспоикон. Ага, икон не так. Что-то не то мы поставили. Что-то не хватает, да? Ну, сейчас разбираться я не буду. Что-то надо доставлять. Почему? Исправляем быстро. Dot файл идем быстро. Вот это нам надо, да? Икон title. Исправляем сразу. FED икон формат. Вот она. Так, строка не знаем где. Там еще есть библиотека, кстати, подсвечивать курсор сразу. Но вот вижу теперь. Конец. End. И оставляем опять nil пока. Это надо разбираться. Сейчас нету часу. Так. Отлично. Закрываем. Открываем. Так, все загрузилось штатно. Так, ну мы выставили, переключился он. Кстати, поиск тоже потом можно Search Tools. Я оставляю по умолчанию. Кто-то любит, значит, AG, кто-то разный, кто-то Grep. Ну, меня устраивает это. Это надо читать, кому нравится. Как вы видите, появился Space Max, конкретно открытый файл. Берем Ctrl. А, стоп. BB. И ищем просто Space Max главную страничку. Смотрим. Ага, не то я. Ctrl-BB. Вот она. Стоп. Где она делась? Ладно, перемотаем так. А, мы ее не открывали. Мы ее не открывали, поэтому не появлялся. Значит, spb-tu.ru, школа программирования. Все посмотрите на первой странице. Все, ребят, пока.